Эй, ну что, здорово, здорово. Итак, мы продолжаем. Короче, я выбил уже две ачивки. Это я купил этот DVD у продавщицы за 5000, попытался накопить 10 тысяч, но, бля, тут не судьба, тут очень долго, поэтому надо чуть побегать, там бобы, и со временем, может, наберется. И еще я убил 20 черепах, за которые получил тоже ачивку, называется Черепаши. Так, ладно, идем далее. Там башня находится, ну ты не пойдем. Пойдем вверх. Вот в пещеру, здесь по-любому бомба. Ебать тут. Что ж мне все оставляет? Серьезно? А, теперь жизнь у меня так, да, выглядит? Типа как... Диабло? Там освещение. Здесь какие-то. И внизу есть, и вверху. Блин. Мне скелет сейчас всасывают. Так, мне по-любому, значит, сюда, да? Сейчас мы сохранимся. Да ты что, серьезно? Еще мы это обмундированники заберем.
армия. Того, что мне еще до хрена стен надо разрушить. Прям вообще овер дохуя. Карта появилась. Ну, карта это круто. Мини-карта. А, так мы сейчас здесь золото и нахапаем до хрена здесь еще. А я сюда переживал, там качался. То же самое, только надпись добавили. Thank you.
Да, блядь. Да, еще до хрена всего этого собирать. Типа я полностью обмундировался. И что это значит? Ладно, может надо сначала босса убить, а потом там откроется. Сдох, ну ебаный в рот. И откуда мне? Это ж пиздец, откуда мне сейчас? Да? Это что? Перед боссом. О, есть ачивка. Хэппиурс. 20 тысяч, ну, у нас нет 20 тысяч. Ну, в принципе, я понял. В общем. Так, может теперь сохраниться. Ой. Thank you.
отвечать, блядь. Мы знаем, что там открылось. Бомба, да? Нет, там или... Так, теперь ты, блядь, пизда тупая. Давай мне эту карту. Так. Теперь же что у нас? Что у нас? Давай попробуем с тобой сыграть. Смотри, какая гнида, блядь. Теперь мы себе вернем. Сука, ты посмотри, он 2 себе повернул. Вот мудоёб, ты посмотри, какие он... Ой, блядь. Конечно, проиграл. Пизданут это, пизданут это. А теперь, как назло, у меня нету того, что было там сбоку. Хуйло ебаное. Так, надо не дать ему захватить. Ебать, ты серьезно? Нихуя, да не, это пиздос, у него одни эти. Прям сверх-сверх. Вообще, прям... Это бесполезно, не, нам надо это, карты все собрать, только потом. Потому что это разъёб прям по полной.
Старом замке, что ли? Ёбана карта. А где тогда еще? Или мне это можно? Так, ну давай к Сиду сходим. Он говорит, с сестрой поговорит. На севере. Сестра, ну что говорит? И что? Так, ты должен поговорить со старой сумасшедшей. Нихуя, покупаешь за 150, продаешь за 20, ты пизда охуела. А где эта сумасшедшая женщина? Ты не сумасшедшая женщина? Даже не представляю.
А, вот может нам наоборот надо опять выйти? И она может с другой стороны выйти. Конечно, блядь, ну ёбаный придурок. Сакрит. Гроу. Ага. Отсосёл, я не понимаю, где старая, блядь, карга живет. Не, ну серьезно. Там мы без бомбы не пройдем. Нам нужна бомба. А, ёбаный в рот! Здесь же еще какая-то старуха. Может, блядь, она ее имели в виду. А, вот она, блядь. Вот, да. Пидорасина конченая. So
стороне. Как... Кого вам, блядь, надо? Я не могу врубиться. Кто-то там играет на другой. Это что ли? Кратер, блядь! Ой, сука! Первого мальчика с этой бабочкой. Сейчас, блядь, я ему этим мечом как уебу по строкотану. Понеслась.
Ебаный в рот.
ворота не открываются, да? Значит, и те двери как-то там попасть. Это, блядь, да? Так конечно, как-то можно попасть. Вопрос только там, как? Как туда попасть? Как можно туда сходить? Да, блядь, ты можешь появиться нормально? Даже так.
найдено. Закрыто. Две двери, блять. Ладно, сходим на начало, посмотрим. Я думал, они должны взрывать. А, это просто миссия была, где? Или что, блин? Ой, какой же это гемор. Ну ладно, короче, я пойду уже к тому лесу, там сохранюсь рядом. И в следующей серии уже продолжу. О, нет, что-то я сделал. Чего? Yeah.
заново-то появился? Чудик. Что за бред? Я думал, что-то новое. Ладно, давай до следующей серии. Так что, всего доброго.